Сотрудники администрации городского округа Люберцы и представители административно-пассажирской инспекции провели профилактический рейд. Они проверили исправность терминалов, принимающих социальные карты, и соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Подробности прямо сейчас. Добрый день. Административно-пассажирская инспекция, 4-е управление, 28. Проверка терминалов. Разрешите терминалы. В руках у инспектора несколько видов карточек для оплаты проезда. Каждая из них прошла по терминалу. Напоследок сотрудник административно-пассажирской инспекции проверил, принимают ли на этом маршруте социальную карту. С ней тоже проблем не оказалось. Спасибо, хорошего дня. Случаев, когда водители отказываются принимать социальные карты, становится все меньше. Положительную динамику отмечают жители, которые регулярно передвигаются на общественном транспорте. Когда только начиналось... Нет, они принимали, но оговаривали, так скажем. Сейчас нормально все. Некоторые социальные карты почему-то не проходят. То есть, если они не проходят, соответственно, водитель не может взять. И нормальные водители, понимаешь, что человек едет по социальной карте, они просто не берут с него деньги. Если в такой ситуации водитель поведет себя иначе, ему грозит штраф. И если в прошлом году он составлял 2000 рублей, то с 1 января он вырос до 5000 рублей. Переложить ответственность на руководителя транспортной компании в этом случае не получится. Водитель, когда выходит на рейс, он должен проверять исправность терминала. То есть, если он выезжает с неисправным терминалом, это его вина. Должен обратиться к своему руководству, чтобы эту неисправность устранили. Бесплатный проезд на коммерческих маршрутах ввели с 1 августа прошлого года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В городском округе Люберцы эта мера поддержки пользуется высоким спросом. Все работает постоянно, социальные карты принимаем, ну, где-то даже больше 30, где-то, ну, по-разному. Вчера человек 50, наверное, было. Соблюдение новых правил перевозки на особом контроле. Если водители отказываются принимать социальные карты и требуют оплатить проезд, пассажир может сообщить об этом, написав в социальной сети главы городского округа Люберцы или позвонив по номерам, указанным на экране. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.